красные не хотят еще распускаться. Это вот один сорт, там другой. Что-то они не торопятся никак. Растут и растут, а распускаться не хотят. Белых совсем мало, 4 кустика. Я хочу, кстати, сейчас сорвать один где-нибудь вот здесь. Всем привет, друзья! Вот здесь вообще оранжевые какие-то будут. Хочется на продажу все вместе выставить. Они не спешат, не знаю. По-моему, в прошлом году в это время они уже цвели вовсю. Хочу извиниться, друзья, что ролики редко стали выходить. Ну, нету времени снимать. Вот у меня во дворе они другие. Очень похожи, но другие. Эти я не рассаживал. Это не раньше зацвели, здесь даже вот уже они там посохли немножко. Белых, оказывается, у меня совсем мало. Вот эти 3 кустика я не рассаживал. Я в прошлом году сажал их очень маленькими. Но вот желтые такими на огороде есть. Это не знаю, что будет. Немножко уже даже смогли продать. Но мы опиление пока не выставляли, ничего. Как бы скудновато. Ну, наверное, выставим. Может, даже сегодня я попробую выставить. Вот эти вот цветы, ну, они очень требуют полив. Вот именно вот этот цвет. Не знаю почему. Вот. Ну, наверное, когда вот такой большой куст, они просто не успели так разложиться. Они тоже, в принципе, вот видите, которые кусты большие, они шикарные, красивые. Те, которые кусты поменьше, земля сухая. Вот он тут отпустил отросток в зиму рядышком. Вот. Видите, земля сухущая. Вот я полив опять включил, потому что вот они начинают бутончики засыхать. Оно еще толком не свели. Засыхают. Очень любят полив вот эти вот. Ну, наверное, когда они еще не разложились, те, которые вот разложились, их, наверное, корневая помощней. Хотя вот тоже, видите, ну, маленький. Вот они маленькие. Видно, что, видите, вот он еще цвести не цвел. Большие кусты чувствуют себя шикарно, хорошо. Маленькие страдают. В будние дни не получается сильно, друзья, поснимать, чем-то позаниматься. Надюша вышла на работу. Как бы, не знаю, пока еще, наверное, не вошли в ритм. Так что извиняйте, что ролики теперь редко. Ну, может, еще наладится. Возможно, нас ждут какие-то перемены небольшие. Я сегодня, перед тем, как вывести коз, решил все баклажаны убрать. Вот такой маленький. Опа. Это деликатес, да? Они даже цветут. Ну, все уже, мы будем... Извиняюсь. Вот, видите, смотрите, каким цветом. Сейчас я здесь вот другой. Вот, это видите, такой вот он как светловатый. Есть еще потемнее. Где бы его... Это... В общем, вот этот, он будет не такой вкусный, как вот этот. Это будет больше с горчинкой. Я не знаю, почему. Здесь, может, каких-то там микроэлементов просто не хватает. Вот они на одном кусту могут расти. Светлый, темный. Давай, давай, отрывайся.
такие баклажаны. Последние баклажаны вырвем. Там козы вот уже хорошо выедают. Я их не на улицу вывожу, вывожу на огород. Можно сказать, уже под пахоту практически нормально все это перепашется. Здесь уже доедят, это им дня на 3 еще осталось. Перчик тоже хорошо едят, все они хорошо едят, козы. Один баклажан, он поперек ведра. Баклажанище. Ну что, на жареху нарвал. Взял с собой секатор. Надюша говорит, они, говорит, не отрываются. Возьми секатор. Ну не знаю, у меня отрываются почему-то. Во, а тут укропчик немножко вырос. Прям в рядочек. Друзья, люблю баклажаны. Очень. Вот от слова очень люблю баклажаны. Но не знаю почему, я не могу их много съесть. Они почему-то меня щиплют за язык. Именно баклажаны. У нас ветер, пасмурно. Еще орехи грецкие тоже. Много съесть почему-то не могу. Тоже, может, какая-то аллергия. Привет! Привет! Друзья, утята такие вот полуручные получились. Я не знаю, почему так. Привет! Подходит вот довольно близко. Ну, в руки не даются, но подходят близко. Папка, наверное, отойди, опасно, да? Отогнал. Осенью, конечно, да, у вас тут и зелени нету особо. Вчера козам ложил свеклу и бросил одну свеклу уткам. Ну, думаю, там листочки пообъедают. Они съели полностью весь корнеплод. Обрезкой занимаешься? Баклажаны цветут, друзья. Вот. Я в прошлом году посмотрел на такое дело. Взял один баклажан, куст, и пересадил в теплицу. Вот, видите, цветут. Пересадил в теплицу, они там просто засохли, и все. Пересадку не любит, не получилось взрослое растение пересадить. Орехи сыпятся, надо еще орешки после завтрака собрать. Решил сегодня потихонечку картошку по мешкам распределить. Картошки не так уж много, но нам точно хватит. Теперь это все вымести. Так, может, ящики эти сюда переставить? Будет проход больше.
сейчас это собрать, дать козам, пусть погрызут. Если честно, не ожидал. Это уже это был победитовый когда-то диск, а тут были победитовые, они уже давно отломались. Я вот его подточил так вот и пользуюсь. Ну, даже не затупился. О, здесь веревка намоталась. Не сказать, что он затупился. Нормально он с малиной справился. Ты глянь. Такие вот веревки портят. Редуктор из-за них ломается. Вот. Мы решили, друзья, эту малинку убрать, потому что, не знаю, ну, у нас есть другой сорт. Во! Вот здесь вот еще не этот, не покосил. Ну, сюда, может, козы достану, привяжу. Яблонька пропадает. Такое вот небо у нас. Солнышко выглядывало, кстати, ну, опять затянуло. В общем, другие сорта малины, более такие. И по вкусовым качествам, и по размеру. Будем сейчас еще сравним, какие там из двух сортов лучше. Может, еще попробуем рассадить, если будет время. А так, друзья, у нас осень сегодня, чтобы не обмануть, 9 октября. Мы еще собираем урожай. У нас еще орехи. У нас еще вот клубничка. У нас еще малина. Баклажаны сегодня сорвал. Ну, даже еще инжир растет потихоньку. Если бы не козы, еще бы и помидоры были. Ну, козы доедают уже помидорчики. Цветы цветут. А! Ну и груши. Груши, они еще не созрели, они еще, как говорила мама, твердые, тверди, як бубон. А то, наверное, уже помидоры с баклажанами надоели, да? Вот тянется, вот есть ближе листва. Вот натура кос, надо тянуться. Чем сложнее достать, тем, наверное, вкуснее, или я не знаю. Аж дышится легче. Это вот инжир затеняла малина. Я не знаю, как его обрезать. Надо с кем-нибудь посоветоваться. Его же тоже формировать как-то надо. Весной это или осенью, даже не знаю. Там небольшой кустик, а здесь вот такие кустища прямо. Это все спашется. Этот огород в большей части своей будет под паром. Друзья, вот эта цифра. Да столько роликов я уже заснял. Это Санта-Барбара отдыхает. Уже, короче, мы побили рекорд Санта-Барбары. Как у нас все начиналось. Срывается дождик, друзья. Сейчас хочу завести коз уже. Так потемнело. 5 часов только. Вот так вот, друзья, это самое. Выставил сейчас цветы на продажу.
Ну, на канал заглянул, думаю, сколько там хоть роликов. Далеко мне до 1000. Это уже 1005 ролик. Иду, иду, я за вами иду. Вот, рекорд Санта-Барбары побили. Да. Вы знаете, очень классно в плане того, что мы даже это самое, вот сами пересматриваем свои ролики. Вот, какими дети были. Вот, как оно было все. Какими мы были. Вот, я сегодня цветы полил, дождик. Ну, вряд ли дождик промочит землю. Вот, если кто хочет такие цветочки, пожалуйста. Это все, что от малины осталось. Вот это да. Сейчас заходим, заходим. Я вот такую гору наносил. Ну что, ну молодцы. Кругляши, да? Колобок, колобок. Я брал этот блок питания на работу, потому что дома ничего не смог сделать. Я когда-то пытался разобрать их, разломал все. Вот, я увидел, скажу честно, подглядывал в интернете. В общем, обложил его так и взял такую вот, как это, пленка такая пористая. Вот, и тисками зажимал. Я сначала здесь зажимал, вот с этой стороны тисками. Вот, но каемочка вот здесь, то есть эффективно оказалось, когда я стал здесь тисками зажимать. То есть зажимаю до, вот появляется такой треск, там хрусь, и видно щель сразу, вот. И потом вот я открыл, вот он блок питания, вот, то есть место здесь есть, вокруг трансформатора, в принципе, места много. Такой запах какой-то непонятный от него, но он рабочий, все нормально, здесь просто провод переломался. Вот, закрыт он был герметично довольно, я думаю, что он даже... Если бы и в воду попал, вода бы, наверное, не попала туда. Такой запах спиртом, не спиртом, внутри такой странный запах. Ой, какой конденсатор огромный. Оп. В общем, что, сейчас я вот эту штуку я разрезал ножом, потому что она прямо приклеена. Сейчас я ее хочу убрать. Кого не забрать? Вот. Вот это? Потом я на место одену. Брать нельзя. Сейчас попробуем. Паяльник, друзья. Это со школы. Помню, когда у меня мечта была давным-давно, чтобы у меня был паяльник. Сейчас, пока нагреется. Включаю через переноску. Здесь вот розетка. Как бы это сказать. Ну, у него вот видите... круглая, а здесь вот, ну, в общем, не влазит, вот либо евро надо такое, да, вот это вот круглое не влазит, поэтому через тройник такой вот, пусть нагревается пока. То, что мы делаем с клеенкой, что у нас вот так вот порвалось, вот это она... Вроде такая качественная была. Это вот такая качественная она, наверное. Хочу не поверить. Ее можно на маленький столик куда-нибудь определить. Хотя вот там, где мы сидим, нормально, где детвора. Да. Ты ее этот... Надо ровно поразить. Ровно, давайте помогу. Куда-нибудь пойдет теперь. Я думаю, этот может... Там она сюда хватает, а сюда что? Отсюда я купила новую. Когда ты успела? Когда ездила в магазин сегодня. Вот, я не знаю, каким качеством, каким. Ну, это выглядит вроде бы... Мне вообще не понравилось. Цивильно, но ткань такая какая-то. Мне она и на цвет не нравилась. Ну, просто другой не было тогда в атаманском магазине у нас. Я взяла эту, какая была, такую взяла.
А сегодня пришла, там такой выбор хороший был. Вот это такое было. Мне кажется, это такая вторая, вот у нас была до этого. Ну, не до этого, давно-давно, но подходит. Со такой звездами? Же, да. Там было разные расцветки. Да, такая же, наверное. А мне кажется, нет. Тут какая-то вообще, тут даже не тканый материал. Посмотрим. Потом возьму этот закаленное стекло, если мне это не понравится. Сказали, оно это как? Надежнее. Это просто такая, этот, сейчас, клеенка прозрачная, плотная. Вот. Вот. А ну-ка помоги нам. Такой расцветки у нас еще не было. Я взяла, да. Разную беру всегда. У нас были, помню, этот, охотники, утки, там, типа охотники на привале, там, ружья такое. Мне вот звездочки понравились. То есть с детства. И в следующий раз возьму, если уже ненадолго хватит, возьму вот это. Дорогая? Жидкая. Вот это? Да. 325 рублей метр. Тут дорого? 650 на 2 метра я брала. А раньше почем брали? Ой, раньше дешево было все. Вообще раньше вообще изначально все дешево было. Нам это на год не хватило, который ты убрала, да? Да, на Новый год я покупала, на год. Обычно каждый год меняем. Вот, до Нового года она не дожила. Да. Интересно, она доживет? До этого доживет. Да, это наш еще вот это обрезала там край, там еще. Она как бы целая, можно сказать. Ну да. Ну пойдет туда, пригодится еще. Придумаем. Раньше старые клеенки в душевую, в душ вешали на улице. Душ, который летний. Оббивали, вешали. Интересно, необычно. Со звездами. Прикольно. Пойдет. Главное потом не перепутать, какой провод справа, какой слева. Вот эти провода. Один из них где-то вот здесь переломан. Скорее всего, потому что вот. Опа. Сейчас мы здесь обрежем. Чтобы хорошо паялось, края надо залудить. То есть, если просто так вот сейчас раз припаять, оно не припаяется. Я сейчас, вот у меня канифоль, да, вот он у меня, голова. Сейчас вот так вот его. Вот. Вот, теперь можно паять. Да видите, концы такие стали. Но не по колесоловым, такие серебристые. Теперь так. Сейчас мы проверим его в работе. Так. Все работает.
как новый вроде. Друзья, прочитаем первую главу послания Фессалоникийцам с 4 текста до конца. «Мы знаем, возлюбленные Богом братья, что Он избрал вас, потому уверены в том, что благая весть, которую мы возвестили вам, это для вас не одни только слова, но и сила и действие Духа Святого, и наша явная для вас глубокая убежденность. Вы сами знаете, как поступили мы ради вас, когда были с вами, и вы последовали нашему примеру и примеру Господа. Несмотря на большие гонения, вы приняли весть о Нем с радостью, дарованной вам Духом Святым. Так стали вы образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Благодаря вам слово Господне громко звучит теперь не только по всей Македонии и Ахайе, а вашей вере в Бога знают уже повсюду. Так что нам и не надо ничего говорить об этом. Везде рассказывают нам о том, как вы принимали нас, как, отвернувшись от идолов, стали вы служить живому истинному Богу и ждать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, спасающего нас от грядущего возмездия». Вот такие вот слова. Павел хвалит последователей. Вот. И обращает внимание, что они стали ждать Сына Божьего с небес. Вот. 2000 лет уже люди ждали, до сих пор ждут. И знаете, как говорится, что появятся наглые ругатели в конце времени, которые будут говорить: ну и где он? Где уже? Сколько лет прошло? Больше 2000 лет прошло, а он же говорил: скоро приду. Вот. До встречи, друзья. Всем пока.